Ко мне обратились волонтеры с просьбой о помощи. Случился пожар на Херсонском направлении. Там сгорели буквально все, землянки. Тут же мы опубликовали пост о помощи, чтобы люди сплотились и начали помогать. Люди с разных деревень, сел начали помогать. Огромное спасибо. За короткий срок мы собрали огромное количество гуманитарного груза. Мы собрали палатки, матрасы надувные, также газ, генераторы. Это все, что необходимо сейчас. Много уже знакомых у меня лично. Когда отправляюсь, я созваниваюсь с женами, со знакомыми, все привозят посылочки личные, лично доставляем в руки, прям непосредственно бойцу. Ждут, да, обязательно. Пока не закончится, будем ездить до победного.